хватит физики выдержать все 12 раундов. И, конечно, как я уже неоднократно отмечал, очень важно сегодня Головкина и Головкина именно по ходу боя держать победу, нокаутировать своего соперника. Конечно, Бель Санчес говорит о том, что нужно вымотать своего соперника. И, конечно, почаще пробивать, почаще наносить удары и поддерживать такой высокий темп. Вот такие вот периодические выпады мы видим у Канело, когда он пытается перейти из защиты в атаку, пойти вперед, нанести удары. Но, как видим, никаких усилий, вернее, никаких проблем они Головкину уж точно не доставляют. И снова пытался пробить сейчас Геннадий, закрывается, уворачивается от ударов Канело. Сможет ли мексиканец работать первым номером? Он сейчас потихоньку пытается поменять тактику, возможно, и агрессивней в атаке поработать. Но, как видим, Геннадий далеко не всегда дает такую возможность. И снова полностью владеет преимуществом именно Головкин и работает первым номером. Чаще выбрасывает удары. Но, конечно, Канело, как я уже говорил, заметно прибавил за последние раунды. А публика пытается поддержать то Канело, то Головкина. И мы периодически слышим болельщиков из Казахстана, поклонников Triple G. Да, конечно, крепким орешком оказался Канело, но никто другого не ожидал. Люди, которые разбираются в боксе, не понимают, что теперь у Головкина более серьезные соперники в лице все того же Альвареса, в лице Даниэля Джейкобса. Поэтому нужно понимать, что уже первые 2-3 раунда Головкин не будет укладывать своих соперников, если, конечно, эти все соперники будут из разряда топ. А очень хочется видеть именно большие бои, как сейчас, подобные этому. И снова Головкин пытается отблизиться, идет вперед. Но, конечно, на расстоянии прилично отходит назад. И вытянута вперед рука как бы дает небольшое преимущество Альваресу. В том плане, что теперь с ним Головкин не сближается. Снова идет вперед Геннадий, пытается пробить. Причем метит именно в голову. Это заметно по его ударам, по его взгляду. Пытается достать. И снова пытается пробить в корпус. Но болельщики из Казахстана ждут именно нокаута, дорогие друзья. Генеральный спонсор трансляции — компания «Технодом». «Технодом» — все делаем с любовью. Официальный партнер авиакомпании «Air Astana», также партнеры трансляции, торговая марка «Уно». Сайт бесплатных объявлений Market.kz. Акционерное общество «Казпочта» с услугой доставки день в день. Школа бизнеса «Синергия». Букмекерская контора «Финбет». Букмекерская контора.